Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет обзорный день. Рассматривать мы будем дополнение для КАМАЗа 5350 от фирмы «Звезда» в масштабе 1:35. Ну и первый обзор — это вот такие смоляные колеса от фирмы «Мини Арм». Артикль этого набора 35202. Второй набор — это набор фототравления, деталировки для КАМАЗа 5350 Мустанг от производителя Микродизайн. Артикль набора MD-035-352. Вот такой вот набор фототравления. Дальше набор декалей от фирмы Ask Decals. Артикль набора ASK 35008. Это набор декалей для различных вариантов окраски. Далее набор 3D декалей уже трехмерных от известного производителя уже в мире моделизма — Quinta Studio. Артикль набора QD-35003. Далее вот такой вот смоляной воздушный фильтр для КАМАЗа 5350. От производителя Mini Arm, опять же, артикль набора 35206. Ну и последняя — это вот такая вот смоляная фигурка водителя, солдата, от какого производителя я не скажу, потому что покупал на Алиэкспрессе. И вот мы ее тоже рассмотрим. Посмотрим, что там, что она из себя представляет. Вот такие вот набор я приобрел для деталировки нашего КАМАЗа. И сейчас мы все это подробно рассмотрим. Ну и начинаем мы с смоляных колес от фирмы Mini Arm. Здесь в наборе мы видим такое вот бокса, такое вот изображение наше колес. И написано, что в наборе содержится 6 колес и плюс одно запасное на поздний вариант КАМАЗа 5350. Сама коробка такая довольно плотная. Здесь мы видим еще раз номер артикля, фирма, название фирмы. И давайте мы откроем и посмотрим, что внутри. Внутри все упаковано пупырку довольно хорошо, и сейчас все это развернем. Давайте мы видим,
все колеса разложены по пакетикам, по отдельным. И отдельно идут диски, и отдельно еще деталировка самих дисков. Давайте, наверное, откроем этот пакет. Потому что здесь запасное колесо дано. И даны основные колеса. Так, начнем вот с запасного колеса. Так, надо приблизить. Начинаем мы с запасного колеса. Как мы видим, на колесе даны довольно четко все надписи. Читается КАМАЗ. Размер шин. Стрелочка направления. Также даны продольные вот такие и поперечные вот такие вот литьевые ребра, все дано. На самих дисках даже даны балансиры, вот эти вот скобы отлиты для того, чтобы сбалансировать наше колесо. Протектор четкий, незамыленный. Это запасное колесо, тут никакой нагрузки не дано на нем. Довольно хорошее. Теперь давайте посмотрим основные колеса. Здесь мы уже видим, что вот нижние точки, там где находится смоляная прибыль, здесь вот мы видим, дана небольшая нагрузка на колесо, и оно у нас немножко просело. Вот, это довольно четко отображает диски колес. У нас даны отдельно, у нас в отличие от запасного колеса. На запасном колесе оно все вместе с шиной дано. Вот. А здесь вот резина дана отдельно, смоляные колеса отдельно. Ну и хорошо читается КАМА. Здесь это дана резина КАМА и номер резины дан. Также хорошо читается размер колеса и прочие мелкие надписи, полосочки. Все это четко. А литьевого шва нету никакого. Ну вот тут в нижней части немножко протектор, ну не полностью, да, потому что это будет часть находиться внизу, и она не просматривается на модели, когда мы соберем. Я вот смотрю, что на всех колесах положение, по-моему, одинаковое получится. Судя по надписям. Вот где вот на нижней части и нагрузки. Вот смотрите. Три колеса я взял, и везде одинаковое расположение вот этой надписи. Конечно, хотелось бы, чтобы она немножко была в разброс. А так получается, значит, на всех колесах. Будет в одном положении. Ну ладно. Так, давайте посмотрим на диски. На дисках
тоже мы видим, есть вот эти вот скобы для балансировки колес. Есть вот это посадочное место для установки вот этой вот детали на колесо. Очень четко даны гайки и шпильки. Мы видим, что они довольно хорошо отлиты. Гайки шестигранные, никакие не круглые. Даже мелкие гаечки тоже четко отлиты. Ну и вот остается их только будет отделить от смоляной вот этой прибыли и потом установить диски на колесо, вовнутрь колеса. Тут уже мы можем варьировать вот это вот место, чтобы они у нас как бы не все были в одно положение, немножко мы можем изменять. Дальше переходим. Тут еще одна. Один пакетик с другими детальками. Вот она дана нам. Тоже тут сколько? 6 штук. Все отлито хорошо, четко, тут особо не к чему придраться. Вот эти детальки, это будет становиться вот сюда вот, так, таким вот образом, на диск вот так. Так, рассмотрим теперь фотоотравление от фирмы Микродизайн. Упаковка стандартная для Микродизайна. Здесь мы видим фотографию автомобиля. И видим, что в наборе присутствуют две платы фототравления плюс пленочка с приборной доской и катафотами. Ну и на обороте мы видим само содержимое набора. Вот эти платы и пленочка. Так, открываем и смотрим инструкцию. Ну а потом доберемся до металла. Раскрываем и смотрим, что же нам тут предлагает наш производитель Микродизайн. Здесь мы видим, что они хотят установить вот такие вот отравленные рамочки на двери КамАЗа. Здесь мы видим, даны даже вот ремни, которые есть внутри внутренней стороны кабины. Вот они даны, привязочные ремни даны. Также есть вот даны нам петли на двери, есть эмблема КамАЗ 5350. Ну и вот эти вот привязные ремни, они у нас есть еще и на кресло водителя и на кресло пассажира. Ну и сам этот замок, куда вставляется этот привязной ремень. Также нам Микродизайн дает рамочку переднего лобового стекла фототравлений. Дается надпись КамАЗ фототравлений, а также стеклоочистители. Кроме того, дано нам
механизм опрокидывания кабины, который нам нужно будет собрать. И вот сам этот кронштейн, который складывается, и когда вот эта машина опрокидывается, он выпрямляется, и туда нужно вставить штифт, чтобы кабина не сложилась опять. На кузов тут нам даны нам различные крепления для канистры. На задний борт мы видим, есть подножки из травления сделаны для того, чтобы можно было удобно запрыгивать в кузов КамАЗа. Ну и тут нам даны еще фототравленные решетки на радиатор. Ну и сзади на раму ставятся вот эти скобы заднего бампера. На тут переворачиваем страничку, и тут мы видим, что нам даны еще такая вот решеточка, сеточка какая-то сюда ставится. И на приборную доску нам дана фототравление. Вот, из металла тоже предлагают заменить и установить. Кроме того, есть брызговики и крепление крыльев. Сами крылья, как я полагаю, остаются из пластика, по-моему. Но мы еще сейчас уточним, посмотрим на металл. Также тут вот есть еще скобы для топливного бака, крепление, шарниры для люка на кабину. И также даны нам еще тут еще ленты для воздушных ресиверов, крепление. Ну и вот еще какое-то вот ограждение фар дано нам еще тоже фототравлением. Так, давайте теперь перейдем к металлу. К самой плате. Давайте еще увеличу. Ну да, как я и говорил, что в металле нам не дается крылья. Крылья будут останутся пластиковые, только добавятся вот эти вот резиновые брызговики с надписью КамАЗ. И вот здесь вот место есть для установки катафота, светоотражателей. Вот, ну это вот решеточки радиатора нам даны. Это рамка лобового стекла. И также дана рамочка на двери. Надпись КамАЗ дана тоже фототравлением. Это вот привязочные ремни. Нет, вот это вот привязочные ремни, я так думаю. Нет, вот они, вот они. Это стяжные ленты на топливный бак и на воздушные ресиверы. Вот. Это у нас дана подножка, подножки на задний борт. Это крепление для канистры. Различные шарниры тут нам даны. Катафоты даны тоже фототравлением. Ну и скобы на борт, я так понимаю, предлагаю. Это вот такие вот ажурные
стеклоочистители данные в количестве 3 штук, приборная доска для тех, кто хочет ее использовать. Ну, у меня в наборе будет 3D-декаль, поэтому она останется в запас, может куда-нибудь пригодится потом, позже. Ну и вот есть еще вот такая вот пленочка с имитацией приборной доски. Вот, ее можно тоже использовать. И вот эти вот катафоты, 2 варианта, темный или светлый. Ну и теперь давайте рассмотрим. Сперва воздушный фильтр от фирмы Миниарма, а потом продолжим по декалям. Тут никакой вот особой инструкции нету, потому что, собственно, собирать тут и нечего. Кроме как артикля и названия, ничего тут нету особенного. Ну и вот пакетик такой. Пакет в пакете, как говорится. И внутри мы видим. Сам смоляной фильтр. Вот так вот он выглядит. С обратной стороны. Здесь мы видим данные вот эти решеточки. Сверху, ну, тут даны какие-то небольшие наплывы почему-то образовались. Ну, это не страшно, здесь никакого рельефа здесь нету, и мы можем просто гладко это все зашлифовать и удалить как раз места крепления смоляной прибыли к детали. Ну, еще есть в наборе вот такая вот патрубок, вот такой, деталь Б, это была деталь А, который будет таким вот образом установлен на нашем автомобиле. Тут особо комментировать нечего, так вот он выглядит. А тут, смотрю, у меня хотелось выбросить, может, мусор, а это, оказывается, деталька откололась при транспортировке, видимо. Хорошо, что я ее не выбросил. Тут откололась, нужно будет потом при сборке ее установить на свое место. Ну и начинаем теперь обзор декалей. Первый у нас на обзоре будет декаль от производителя ASK. Вот такая вот упаковочка. Напоминает немножко пакет от микродизайна. И в наборе есть инструкция и давайте посмотрим, что нам тут предлагают. И давайте начнем. Первый вариант — это КАМАЗ 5350 Мустанг, военная полиция, Екатеринбург, Уральский военный округ. Вот такая вот с надписью БП на спереди кабины и другими надписями. Вот первый такой вариант. Второй вариант. КАМАЗ 5350 Мустанг, военная полиция. Уже без надписи. Здесь просто 2 полоски красных на капоте. А третий вариант.
КАМАЗ 5350 Мустанг военной полиции Сирии уже на период 2019-2020 года. Здесь мы видим уже другое нанесение надписей. Видим, можно сделать или две полоски просто, или вот надпись МП по-английски. Четвертый вариант, вот такой вот в желтом окрасе, необычный. КАМАЗ 53 Мустанг, аварийная служба разминирования, Ленинградский военный округ. Вот это довольно интересный вариант. Здесь мы видим, кроме надписи разминирования, есть еще вот такая вот предупреждающий знак, который вешается спереди и сзади автомобиля, на передний капот и на задний борт. На кабине надпись разминирования, на заднем борту тоже надпись разминирования, на боковых бортах надпись аварийная служба на красной полоске. Пятый вариант, вот такой КАМАЗ 5350 Мустанг МЧС разминирование. Предыдущий вариант был аварийная служба, а этот уже МЧСовский. И здесь характерные МЧСовские полоски. И сам автомобиль, он в белом исполнении. Ну и на... тут еще есть вариант. Есть шестой вариант. Это КАМАЗ 5350 Мустанг Ротгвардия. И седьмой вариант. Миротворческие силы Российской Федерации на Горном Карабахе 2020-2021 год. Тут буквально свежий вариант. Вот надпись МС, миротворческие силы. Ну и кроме того, здесь даны на обратной стороне вот эти фотографии реальных автомобилей, где мы можем, ориентируясь на вот эти фотографии, окрасить наши автомобили и нанести декали в соответствии с фотографиями или инструкцией. Ну и дан QR-код на группу ВКонтакте этого производителя. Ну и вот сами декали. Сейчас немножко увеличу. Вот такой вот лист. Выполнены довольно четко. Цвета, смещение цветов я, пока вот визуально так не наблюдаю. Даны вот номера в соответствии с вариантами. Если вот они тут разграничены у нас, вот видите, такими штриховой такой линией. Это вот Росгвардия, это МЧСовские номера, эмблемы даны, на Росгвардию даны вот этот герб, на МЧС, нет, на миротворческие силы вот такой вот, две надписи МС, ограничение скорости 60 и надпись Люди, и вот даны вот номера. На военную полицию тут 4 номера даны, потому что она тут в двух вариантах можно нанести вот эти надписи. Вот. Ну и вот на разминирование. Для МЧСовские полоски, а это вот надписи аварийная служба и разминирование для желтого варианта КАМАЗа. И вот эти вот предостерегающие знаки, что опасный груз, и государственные номера данные на КАМАЗ. Следующий у нас на обзоре будет 3D декали от фирмы Quinta Studio. Они по традиции выпускаются в таком вот маленьком пакетике,
в котором есть передний вот этот, красочная картинка, и с обратной стороны находится сама декаль. Также есть в наборе инструкции. Начнем мы с инструкции. Здесь мы видим, что нам предлагается установить кое-какие декали на переднюю панель, на так называемую торпеду, приборную доску. И вот здесь мы видим звездочка, и это значит, нужно будет на этой детали из набора, который идет пластиковый, срезать рельеф, убрать, то есть сделать его гладким, чтобы не было никаких выступающих поверхностей. Вот, и здесь как раз предлагается на детали А61. Эта деталь идет из набора. Срезать весь рельеф практически. И на это место установите наш декаль номер 1, декаль номер 2, декаль номер 3. Вниз вот здесь вот становится номер 12. Здесь тоже нужно будет срезать, убрать рельеф. Ну и на деталь А24 устанавливается декаль номер 15. Ну это вот на борт мы видим, здесь мы устанавливаем 3 катафота в нижнюю часть борта. Правый и левый борт одинаковые. Вот это деталь С19, С6. Кроме того, здесь нам дальше мы идем по инструкции. На брызговик предлагается установить катафот декаль номер 8. Ну и на переднюю облицовку кабины установить надпись КАМАЗ. Причем она дана у нас, надпись КАМАЗ, дана в 4 аж вариантах. 13А, 13Б, 13С, 13Д, как мы видим. На две здесь устанавливаются такие вот таблички различные. Также есть надпись КАМАЗ 5350, катафот на дверь и вот прочие надписи со стороны, с водительской стороны, таблички и всякое такое. С обратной стороны ничего нету. Ну и кроме того, здесь еще есть подробная инструкция на английском и на русском языке по приклеиванию, как это клеить, как использовать эти 3D декали. Я уже имел опыт работы с этими 3D декалями при постройке самолета Ил-2. И там я подробно рассказывал процесс нанесения декалей. Ну и в этом при постройке КАМАЗа я еще раз коснусь, конечно, подробно постараюсь показать, как это все работает. Ну и вот сама 3D декаль может еще увеличить, наверное, стоит. Вот так вот она выглядит. Тут прям все дано четко. Прибои, стекла спидометров блестят. Других приборов точно прям будто стеклянные. Вот мы видим, видите, как она бликует хорошо. Все кнопочки и лампочки даны цветными, уже раскрашены. Тумблеры различные, надписи. Нужно будет только просто
вот это бардачок, просто отделить эти детали от подложки и нанести на уже подготовленную поверхность, где нужно будет немножко удалить рельеф и все, и нанести на свое место. Ну вот это вот надписи 53-50 по обеим сторонам двери. Ну вот, как я говорил, надпись КАМАЗ дана у нас аж в 4 вариантах, разным цветом, белые, черные, зеленые, ну еще каким-то цветом, непонятно. А, это вот, смотрите, надпись есть на русском языке, только сейчас я обратил внимание, две надписи, черные, зеленые, есть на русском КАМАЗ, и две надписи на английском КАМАЗ. Черная и белая. Вот в чем разница. И вот эти вот таблички тут еще даны. И много очень катафотов. Вот. Вот такая вот 3D декаль. Рельефная, не плоская. Здесь мы видим даже, видите, как они выступают над поверхностью. Вот эти тумблеры, переключатели. В общем, красота. Ну и последнее, что мы рассмотрим, это вот такая вот смоляная фигурка. Приобретал ее на Алиэкспрессе, производитель неизвестен. Вот такой вот боец, водитель в такой вот военной форме, бронежилет идет отдельно, и этот бронежилет можно будет повесить на, так он собирается из двух частей, и его можно будет повесить на нашу дверку, на дверь автомобиля, открытую дверку. Смотрел я фотографии, как это выглядит, довольно интересно. Получается фигурка, если собрать ее. Ну, это вот рука нашего бойца. Вторая рука, которая вот держит сигарету в руке. Ну и вот такая вот голова. Таким вот носом, в кепочке он такой, в кепке. И кроме того, дан еще калашников в наборе идет, его можно будет положить, например, на сиденье автомобиля. Вот это такой вот неизвестный производитель, не знаю, кто это выпускает. Так, мы с вами рассмотрели вот такой вот огромный богатство для сборки качественной деталированной модели КАМАЗа 5350. Все эти наборы предназначены для фирмы Звезда, для набора фирмы Звезда. И вот такие вот мне понравились особенно смоляные колеса, которые сделаны очень качественно, не в пример тем, что идут в наборе ужасного качества. Здесь все четко, хороший протектор, все ровно, все читаемо, все надписи. Можно распределить вот эти колеса в различном положении. Но диски можно развернуть в одном положении, а сами шины, к сожалению, будут в одинаковом положении. Ну, надпись на шинах останется в одном положении. Но диски можно будет вращать, ну, изменить положение дисков. Дальше фототравление от микродизайна, как всегда, на уровне. Каких-то там особых дефектов я не обнаружил. Вообще нет никаких дефектов, все четко. Инструкция, ну, довольно, наверное, понятная. Посмотрим уже при сборке, там видно будет. Ну, по фильтру воздушному там нужно будет
пострадал немножко у него, видимо, при транспортировке отломалось там кусочек на одной детальке грани. Но это все восстановится. Так что проблем тоже не вижу никаких. Фильтр нам тоже нужен будет, чтобы сделать модель. Ну, немножко, чтобы отличалась от других моделей, которые делают моделисты. А дальше очень хорошая 3D декаль от Quinte Studio. Тоже украсит нашу кабину. Ну, декали, наверное, хорошие от фирмы ASK. Я еще ни разу с ними не работал, но будет тоже опыт по работе с ними. Ну и фигурка тоже обогатит нашу, оживит нашу модель. Посадим ее в кабину и посмотрим, попробуем ее хорошо разукрасить, раскрасить, расписать, как говорится. Ну, я не художник, но попытаюсь, ладно. У меня на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно. Ну и жду ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.